Ты до сих пор не играешь в танки? Да ты полжизни потерял, ведь в танках можно ехать и стрелять, стоять и стрелять, падать и стрелять, давить тыквы, давить строения, парковаться как хочешь, отрывать башни, таранить врагов. Все, что ты можешь себе представить, просто попробуй. А по ссылке в описании все новички получают премиальный танк М22 Locust в подарок. Ну и короче, он меня отжарил, как... как Рагнарос. На этом, в принципе, историю можно заканчивать, понимаешь? Ой, грязь. Мурлок, паладин. Ну, хуже этот вольный. Прям страшно иногда сюда заходить. Заходишь, такие монстры появляются. Еще Петра где-то. Окей. Наконец-то! Чуваки, вы себе даже не представляете, сколько у меня ушло на это дерьмо попыток. Я считать перестал где-то с 50. Вот, правда, попытки хода до второго длятся, но... Ой-ой-ой. Окей, нормально, не сдаваться. У меня была идея. Я когда сделал видос с Кликлаком, я такой думаю, окей, сделаю следующее про турнир, но потом подумал такой, посмотрю сначала, какие прикольные новые карты бафнули и что с ними можно сделать. И вспомнил, что... Вау! Копать. Нормально. Что... Новая легендарка... Легендарное заклинание мага, вот это вот, луна, которая дешевляет, теперь стоит 5, а не 7. И в теории, если попытаться достать ее с петроглифа на второй ход, то она будет дешевле еще на 2 маны, и она будет стоить 3 маны. То есть в теории с 4 хода ты можешь сделать вот такое вот. Тиш, ты поведи. Извините. Ой. Блин, сюда поводи, нормально. Бедный паладин. Ой-ой-ой, сделай так, чтобы ты промахнулся. Гогель-могель. Ну ладно, я хотел, чтобы 9-7, но окей. Я просто... Так. Теперь у меня есть шанс залеталить его Рагнаросом. Для этого мне... Нет, я, короче, превращусь в Рагнароса и там буду рандомить, потому что мне не хватит 2 маны, чтобы потом еще и обилку Рагнароса кидать. Ну пофигу, погнали! А почему рот в Рагнарос? Не, это 100% летал. А почему рот в Рагнаросах? Как бы, а что вы еще ожидали? Что вы еще ожидали? Блин, чуваки, вот я прочитал под последним видосом ваши комментарии, мол, Леха, 5 минут, это все, на что ты способен. Давай, не расстраивай нас, да, 5 минут. Жаркой любви Рагнаросом это, конечно, хорошо, но мы же знаем, ты можешь больше. Я такой, твою мать. А я вот делал, вот сейчас вот сделал момент, который на монтаже оказалось, что он длится всего пару минут. И я такой, ну блин, пару минут вставлять в один видос, что ли? Это как-то хреново. Поэтому пошел еще рандомить. Не успею, блин. Даже если у меня вдруг что-то тут получится. Получилось! Но я могу ничего не успеть. Он может сейчас кучу мурлоков нафигачить. А не надо, ну не надо. Яд. Яд на лицо работает. Те, кто смотрели турнир на стриме, помнят, в чем прикол. Ну, погнали, я не знаю. А мне по-другому никак не выиграть. Мне только так надо делать. Только так... Неплохо сыграно. Сучара, а? Неплохо сыграно. Неплохо.
слова даже все забыл. Ну что это? Ну что? Ну все, беги. Ну отсюда нужны провокаторы, я не знаю. Провокаторы. Ну хотя бы красиво комба выглядит, да? То есть в теории на втором ходу кидаешь петроглиф, на третьем ходу кидаешь вот эту вот штуку, и потом аниме. Но, конечно, такое будет работать не всегда. Даже у меня это не всегда работает. Но если у тебя есть лишних минут 30, чтобы потратить это, то... Это того стоит. Да конечно, да никто не будет этим заниматься, поэтому цените вот то, что я ради вас страдаю. Я ради вас страдаю вот этой вот херней. Я просто захожу. Еще раз захожу. Захожу еще раз 50. А потом. О-хо! Мне надо быть учителем в младших классах, объяснять высшую математику на пальцах, чтобы все все понимали. Я единственное не понимаю, какого хрена он начал размениваться, чтобы зачем, чтобы что. Он мог просто... Ой-ой-ой-ой-ой. Он мог просто мне в рожу пойти и как... Ой, смертокрыл. Он мог мне просто в ебучку долбить фисингом и все. Непонятно. Ну ладно. Зато хотя бы это можно вставить будет в видосик. YouTube, привет, как говорится, да? Я специально пойду в лицо. По-хорошему, мне здесь надо разменяться. Но! Я ему преподам маленький урок, чтобы он видел, что бывает с лицом противника, если его бить. То есть, по факту, если бы он бил мне в лицо, он бы наверняка победил бы. Он меня может в теории победить? Да не. Да, блядь, да! Ну, чуваки, ну это такое ощущение офигенное, когда ты страдаешь, каток 50, у тебя ничего не выпадает, не тапдекается, не дропается, и потом твоя задумка. Вот это как глоток воды в пустыне Сахары. Сахары. Ну не можешь ты меня победить же, да? Сейчас эволюция, куча рывков и ГГ. А прикинь, была бы реальная эволюция, потом еще эволюция от ведьмы, и потом Лерой Дженкинс, и все. Ой, а это не рывок. Ладно, нормально. Ну, Мурлок, шаман, в принципе, жесткий, да. И Алекс... Ладно, я не буду боемитики. Ес! Да! Уже хотя бы не один момент. Но это не считается, да? Сделаю супермонтаж, как будто этого никто не видел. Вуаля! Магия монтажа. Никто ничего не видел. Так! Леха, раз ты пока сидишь один, давай поговорим с тобой о внешней политике Гааги. Что-то меня смущает там... Андуин, да? Золотой, кстати, значит, он как минимум 500 игр наиграл на Андуине. 500 побед, то есть это обязательно побед, не обязательно игра. Хотя сейчас же золотые герои делаются за победы и на арене, и на потасовке, где угодно, кроме как дружеских, поэтому пофигу. Не! Кто я такой? Блин, я забыл. Как этот был этот, помнишь, Mystic Challenger был в Хардсоуне давно. Кто я такой? Не твое дело. Я король аниме в вольном. Но пока что у меня это получается.
Хотел сказать, не получается, и такой думаю. Ну я хотя бы сделаю нарезку из неудачных дублей. Не зря же я тут сижу уже 7-й час. Поехали. Нормально, нормально. Горячо! А почему рот в Рагнаросах? Ой, в больших существах. Петроглиф, серьезно? Ну ладно. Хотя бы монетка есть. Иширадж! Ой, я, наверное, первый раз в жизни назвал его правильно. Иршадж. Я помню, мне в комментариях кто-то написал... Все хорошо, осталось только научиться Ишараджа правильно по имени называть. Я читаю ваши комменты, кстати. Блин, ну вы это... Хотя бы лайк жахните за то, что я, ну, как бы... Сижу тут хернёй страдаю, чтобы вам потом не смотреть 8 часов моих страданий, а... Три прикольных каточки по паре минут. Как легко и красиво это выглядит. Попробую-ка я сам. Начинаешь пробовать и страдаешь, 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 страдаешь. Никто не заметил, что у меня повод вывалился, но... Вообще пофигу, без звука доиграю. Ладно, я хотел не бить, чтобы потом у меня 30-ка была. Древний пробудил! Древнее зло, помнишь, даже мемасик был такой, когда старый баян такой, типа, древнее зло. А чё я, алды помнят. Как это называется, потрясающий ход? Твоя очередь ходить. Ваш ход, господин жрец. Потому что если бы я не атаковал, то он спокойно мог бы какой-нибудь хернёй слово тьмы, смерть, например. Ну это красиво. Превратился в Рагнароса. Древнего вызвал. Камбэкнул некамбэкаемое. Правда, за счет тупизны противника, но anyway. 3 нереальных катки. Еще и винрейт 2 звезды.